Wish you a very merry cherry, cherry Christmas. And a holly, holy holiday too. Underneath your tree, may there always be sounds of harmony, not a song sung blue. Just a very merry cherry, cherry Christmas. And if all of those who love you gather near, you'll have a very merry cherry, cherry, holly, holy, rock and rolly Christmas this year. When the snow drops on the treetops, it's a pretty amazing scene. Hear the choir, light the fire, feels like pretty amazing grace. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Плюсы и минусы». С вами снова я, Ольга Бабаянц. Ну что ж, сегодня наш день. Я вас сразу хочу поздравить с наступающим 2016 годом. И я поздравляю вас не одна. Я поздравляю с уже вот-вот приближающимся Новым годом со своими друзьями, с грибами, как вы уже понимаете. А мой принцип какой? Когда у меня в передаче грибы, я в гости больше никого не зову, потому что именно с ними и с вами, дорогие мои друзья, мы будем вести сегодня беседу. Грибы – наиболее разнообразное царство в мире. Грибы – это организмы, которые никто еще не раскусил. Что же такое грибы? А грибы – это самые первые жители на планете. Из маленьких-маленьких структур, из одноклеточных, они превратились в вот таких гигантов, таких красавцев, такое разнообразие и такое великолепие. Грибы, с грибами мы начинаем жизнь, грибы помогают нам эту жизнь заканчивать. Вот такое, такова жизнь. И вот эти красавцы-грибочки, и грузди, и опята, и сыроежки, и мухоморы, и поганки, они все исключительно важны для жизни обитателей. Грибы, и без грибов не обходится ни один процесс биологический. Ну что ж, а грибы дарят нам не просто. Грибы дарят нам и здоровье, грибы дарят нам молодость, грибы дарят нам достаток. И вы знаете прекрасно, что моя любимая тема – это тема грибов. И если мы отойдем от общего принципа, что вот в общем есть грибы – и сейчас не время, конечно, говорить о сборе грибов, потому что уже наконец-то наступили холода, уже наконец-то температура минусовая, и в это время остается думать только о чем? Ну, о теплой, хорошей погоде, которая будет вот-вот уже весной. А грибы, между прочим, они готовятся к тому, чтобы дать нам возможность себя хорошо чувствовать, дать возможность, ну, привести себя в должный, нормальный вид. И в преддверии Нового года, конечно, мы всегда открываем какие-то новые тайны, мы раскрываем секреты этих маленьких замечательных обитателей. Посмотрите, как здорово, как хорошо выглядят вот мои эти грибочки. А грибочки-то эти шиитаки, а шиитаки – это гриб от 100, от 1000 даже болезней, потому что гриб шиитаки – самый древний гриб на Земле, который был признан лечебным грибом. И это очень важно, потому что именно сейчас раскрываются все тайны, которые может дать этот гриб. Немножечко прогноза. Следующий год, 2016 год, это год красной огненной обезьяны. Год, конечно, будет благоволить только тем, кто будет стремиться к улучшению жизни, кто не побоится поменять естественный ход событий своей жизни, и не только своей, а жизни всей планеты. Это планетарный год. С другой стороны, 2016 год будет годом испытаний, огромных, серьезных, важных. И в этом ряду, как нам пережить год, как нам подойти и получить максимум плюсов от года, который грядет, вот эти маленькие создания, грибы, они будут тоже нам помощниками. Грибы многолики. Мы знаем, что есть огромное количество грибов ядовитых. И все
оцениваем с точки зрения человека, важности для человека. Это в корне неправильно, потому что именно грибы создают в природе то полное благополучие и полный биоценоз. Без грибов, я еще раз повторюсь, не проходит ни один биохимический процесс в жизнедеятельности нашей планеты. Потому надо отдавать им должное. И грибы, которые выращиваются в искусственных условиях, а сейчас очень много грибов можно выращивать в искусственных условиях. Я думаю, что вы помните наши прошлые передачи. Я рассказывала, что если раньше у нас в нашем портфолио, у меня как ученого-миколога в селекционном институте, лаборатория микологическая, и в этом портфолио у меня было всего несколько лечебных грибов. Это шиитаке и риши. Все, больше не было. Но столько, сколько добра приносили эти грибы многие годы, какие проблемы они решали здоровья человеческого, конечно, им можно уже ставить и памятники. К сожалению, нет в мире ни одного гриба, который бы обладал свойством и получил бы такой памятник. А вот сейчас вы видите на экране, это самый удивительный был впереди знахарский гриб веселка, а вот это риши, знаменитый гриб 2000-летней давности, уже известен он тоже. И он сохранял здоровье прежде всего японских императоров, потому что все, кто пробовал этот гриб и находил его в дикой природе в Японии, считалось, что гриб этот никто не имеет права использовать и есть, употреблять, потому что только императоров лечили вот этим грибом. Сейчас императоров нам не нужно держать себе и думать о том, что кто-то нам отсечет голову за то, что мы работаем с риши. Но я вам могу сказать, что в нашей коллекции есть огромное количество уже риши, которые мы селектировали. Это грибы, которые потом будут являться уже источником для получения определенных фармацевтических препаратов и биологически активных веществ. И в ряду основных таких грибов риши занимает первое место. Ну а гриб шиитаке, вот еще раз я хочу вам продемонстрировать, вот это гриб хороший, красивый, но только вот если посмотрим разновидности, есть гриб, называется донко шиитаке, это вот маленький такой и тоненькая такая ножичка, а есть настоящий шиитаке, большой. Если мы говорим о вкусовых достоинствах, конечно, этот лучше считается гриб по вкусу. Однако же, если мы говорим о лечебных свойствах, то вот этот маленький донко шиитаке является источником бета-глюканов и незаменимых аминокислот, потому что эти как раз элементы и являются источником здоровья. Впереди тяжелое такое у нас время. И грибы, их надо обязательно включать в рацион. Если мы включаем грибы в наш рацион, естественно, что наше питание становится более полноценным. Грибы содержат в себе полный набор всех белков, жиров, углеводов. Практически все витамины присутствуют в грибах. Вот невзрачный на вид гриб. Если можем, мы покажем, да, нашим зрителям. Вешенка. Да, наверное, уже каждый второй житель знает, что это такое. Однако, вы не представляете, сколько тайн таит в себе этот гриб. Этот гриб может за 2 месяца излечить язву 12-перстной кишки. Хеликобактер пилори – это возбудитель как раз, этот паразит, который является возбудителем язвы. Он страшно боится вешенки. Страшно, потому что здесь находятся те вещества и те замечательные элементы, которые дают возможность заживлять любые раневые поверхности, которые вызывает хеликобактер. Потому если у вас есть какие-то проблемы, если у вас есть начало гастрит, это как бы преддверие язвы, иногда говорят, то не бойтесь использовать в питании вешенки. Только вы должны помнить, что если мы говорим о грибах лечебных, а не съедобных, мы должны понимать, что лечебный гриб – это исключительно сырой гриб или высушенный гриб. Он не должен подвергаться температурным воздействиям высоких температур, потому и качество этих грибов должно быть абсолютно чистым. Сейчас в Украине отрасль грибоводства, к сожалению, как была она
еще в течение прошлых 10 лет, знаете, таком на взлете, но никак не взлетало, никак не получался вот этот взлет. Сейчас могу сказать, что за последние годы мы здорово продвинулись вперед. И то, чем мы обладаем, и то, с чем мы входим уже в 2016 год, я могу сказать, что это победа, это большая победа ученых, которые... ученых-микологов, ученых-фитопатологов, которые создали уже сорта грибов, которые используются для получения различных лекарственных препаратов. Это здорово. Ну, а все-таки давайте еще поговорим о том, что можно приготовить вообще-то. Идет Новый год, правда? И праздничный стол, он должен состоять из определенного набора продуктов. И если мы знаем, что без оливье Новый год не начнется, ну, традиционно, или ну, невозможно там Новый год провести без каких-то вкусностей особых, я бы, конечно, рекомендовала, чтобы у вас на столе обязательно были грибы. Грибы, пусть будут они маринованные, пусть будут квашеные. А, кстати, квашеные грибы, я не говорю уже о рыжиках квашеных, если просто шиитаке, вешенка, это тоже грибы, которые подлежат квашению. Квашеный гриб обладает тоже лечебными свойствами. Если впереди у нас эпидемия гриппа, если впереди у нас различные простудные заболевания, смело используйте грибы как помощник в любом лечении. Я вам скажу, что при помощи вот просто, если мы подсушим этот гриб, если вам не хочется есть его сырым, хотя очень легко и спокойно вы можете употреблять маленькими кусочками шиитаке и в свежем виде. Он имеет немножечко чесночный привкус, у него специфика такая. Но этот гриб, если его использовать в питании, он снижает повышенное кровяное давление. Это его такое абсолютное правило. Ну, можно сказать для рекламы и привлечения внимания к этому грибу, что этот гриб используется даже в лечении самой большой проблемы, какая бывает, вот серьезная, это проблема импотенции. И гриб этот успешно применяется для того, чтобы восстанавливать желание и либидо. Потому грибы, конечно, они полезны. Так лучше к Новому году обязательно, пусть у вас на столе будут вот эти вот наши добрые гости. Давайте сейчас посмотрим. Есть такой, для того, чтобы полноценно отпраздновать встречу Нового года, конечно же, мы присядем к столу, и что-то, какой-то будет легкий перекус. Давайте попробуйте, перекусите и сделайте этот легкий перекус при помощи грибов. И сейчас я думаю... Есть такое наше изобретение, называется салат здоровья. А что такое салат здоровья? Это как раз основа, может быть, грибов, либо шиитаке, либо вешенки, либо опенка зимнего. Он сейчас есть тоже в свежем виде опенок, и тоже целебный гриб. И любой из этих грибов будет очень хорошо смотреться и очень хорошо усваивается организмом для того, чтобы грибы, первыми попадая, вот салатик, мы сейчас попросим операторов, чтобы они дали нам рецепт салата здоровья. А пока еще два слова я скажу перед этим, что салат здоровья, он включает работу желудочно-кишечного тракта. Когда грибы попадают в ротовую полость, начинает интенсивно выделяться уже наше слюноотделение начинается и начинается процесс пищеварения. И пока гриб проходит по тракту нашему, да, попадает в гортань и дальше, и когда уже попадает он в наш организм, организм чувствует и реагирует на вот эту массу энергии, которую дает гриб. У нас включаются механизмы переработки пищи. В грибах есть очень много хитина и клетчатки, которые дают возможность запускать все механизмы выделения желудочного сока. И все. И мы можем спокойно начинать праздновать. Потому что после того, как вы съедаете салат здоровья, начинается что? Вот начинается настоящая трапеза. Теперь дайте нам, пожалуйста, сюжет и рецепт.
Но я надеюсь, вы записали рецепт нашего салата здоровья и воспользуетесь этим рецептом, потому что он будет вам необходим во время встречи Нового года. Еще один рецепт, но о нем мы чуть поговорим попозже. Хочу сказать, что вот опять-таки, заканчивая 2015 год, завершая этот год, могу сказать, что в начале 2016 года будет уже у нас новый продукт. Мы начали решение новых проблем. Сейчас все грибы, которые у нас находятся в коллекции, мы составили рецептуру, и эти грибы будут уже использоваться как диетические добавки. Грибы используются самые серьезные. Это ириши, ишиитаки, вешенка, опенок зимний, гирицей. И эти грибы, каждый имеет свои свойства. Вы знаете, что грибы – это огромнейшая аптека. И применять, используя опять-таки в питании грибы, это тоже здорово. Но единственное, надо помнить, что если мы используем грибы как питание, и если мы их жарим, отвариваем, то вот эти наши грибы целебные, их надо использовать, не отваривая предварительно, потому что в грибах ценно все. Если мы готовим какой-то суп, бульон или грибы как составляющие в продукте питания, либо это какое-то жаркое с мясом, то всегда помните, гриб не предварительно не отваривается. Гриб используется в таком натуральном виде. Чем еще отличаются грибы, выращиваемые в искусственных условиях, от диких грибов, которые выращиваются, ну просто растут и произрастают в лесах, в дубовых рощах различных? Они отличаются своей насыщенностью другими мягкими элементами. Эти грибы, они усваиваются практически на, если мы говорим, что из дикой природы грибы они усваиваются на процентов 30, то эти грибы усваиваются на 50, на 60%. И все полезные вещества в грибах, самое основное, это бета-глюканы, я уже говорила, и ненасыщенные жирные кислоты, кроме полного набора аминокислот. И грибы, конечно, это полноценный источник питания. Впереди пост, вернее, сейчас уже начался рождественский пост, и мы вот во время этого поста должны, конечно, использовать грибы тоже, потому что пост – это, если мы не будем говорить о духовной части, а это обязательно, это прежде всего духовная часть, то пост сам по себе – это нормализация питания, это нормализация работы нашего организма. Для того, чтобы не выйти из поста уже абсолютно отощавшими, как раз в этом нам помогут грибы, чтобы мы нормально провели время поста. Потому что грибы заменят мясо, грибы где-то заменят и яично-молочную продукцию, это по своему составу, потому еще раз повторяю, смело используйте грибы в питании. Ну, сейчас мы перейдем к следующему рецепту. Пройдет празднование Нового года. Конечно, у всех будет головная боль, ну, у всех не всех, кто немножко больше перегуляет праздник Нового года, либо же просто будет не очень приятно ощущать несварение в желудке. На помощь утром 1 января к вам придет бульон здоровья. И сейчас давайте как раз вот и поговорим об этом бульоне. Для того, чтобы приготовить такой бульон, для получения одной порции бульона нам необходимо всего лишь 50 грамм грибов. Это может быть вешенка, шиитаки, шампиньоны в худшем случае, королевская вешенка или, допустим, опенок зимний. Добавляется туда, заливается в кипящую воду, закипает и кипит ровно 3 минуты, затем добавляется 5 грамм укропа, 5 грамм зелени петрушечки, 5 грамм лучка. И еще 1 минута у нас бульон кипит. Затем мы добавляем сливочное масло, и еще 1 минуту оно все медленно-медленно закипает. И потом мы добавляем соль, перчик по вкусу, потом мы отключаем, закрываем крышечкой этот бульончик, и ровно 5 минут он настаивается. После этого мы его употребляем в пищу. Если у вас будут ржаные сухарики к такому бульону, это будет здорово. И сорбент грибы, и сорбент сухарики
и замечательная жидкость, которую мы называем бульон грибной, вот это все в комплексе, оно очистит ваш организм от различных шлаков, от переедания, и вы нормально проведете потом остаток 1 января. Бульон здоровья рекомендуется практически всем. И вопрос такой еще обычно всегда бывает. А дети? Как могут дети реагировать на потребление грибов? Раньше всегда считалось, раньше культуры грибоводства не существовало, такой активной. И грибы собирались в дикой природе. Потому и считалось, что грибы – это тяжелая пища. И детям позволяли употреблять грибы исключительно после 5 лет жизни. На 5-м году жизни уже можно давать небольшими капельками использовать грибы. Но я сейчас могу вам сказать точно, что есть у нас уже достаточно хороший опыт. И он говорит о том, что когда ребенку исполняется уже 5-6 лет, мы можем спокойно и безболезненно включать в рацион питания сначала вешенки. Это самый чистый и хороший гриб, который используется тоже в питании детском. Единственное, что гриб ребенку нельзя давать кусочками, порезанный. Лучше сделать такой типа соуса или микса и перемолотого через блендер. И давать такую вот съедобную кашку грибную детям тоже можно. Потому что это, опять-таки, источник витаминов. Еще надо всегда помнить, что в зимнее время, особенно когда холодно, когда хочется согреться, тоже грибы являются тем запасом тепла, который они могут дать человеку. В грибах важно все. И смотрите, если мы поставим линейку из грибов, да, различных грибов, я могу сказать, что грибы, которые выращены в искусственно создаваемых условиях, а это обычные грибы, да, с плодовым телом. Есть еще способ выращивания грибов, это биомасса. Это в закрытых условиях выращивается огромная масса мицелия грибов. Этот мицелий высушивается, подсушивается. И после этого, после такого же получения порошка, этот порошок используется в лечении. Кстати, вешенку можно использовать как внутренне, то есть принимать как пищевой продукт. Точно так же вешенкой можно подлечивать различные язвы и раны. Я, к сожалению, не смогла вам принести самый мой дорогой гриб веселку, потому что в это время как раз гриб невозможно вырастить, получить плодовое тело. Но я могу сказать, что гриб веселка и гриб вешенка – это грибы, которые я называю ремонтными грибами или грибами, которые создают вторую кожу. Вот сейчас, если мы посмотрим, вот этот замечательный гриб вешенка. Если у вас ранение, если у вас какие-то царапинки небольшие, если есть проблема, ну, вдруг случайно вы поранились, либо у вас нет дезинфектора никакого, вы можете очень легко вот таким кусочком вешенки небольшим, а особенно пленочкой вот этой, если она более-менее чистая, вы можете накладывать на любую раневую поверхность и оставлять. Если у вас есть пластырь, возьмите и прикрепите лейкопластырем вот эту. Вы увидите чудо, потому что если вы через 2 часа снимете вот эту пленочку, вы увидите, что практически у вас нет следов и нет рубца от ранения. Вот это свойство вешенки мы сейчас начали использовать для того, чтобы производить определенные продукты, которые заживляют раны. Таким же свойством обладает и гриб веселка. Вы знаете, это удивительные, уникальные грибы. У нас в нашей практике есть несколько случаев, когда мы при помощи веселки останавливали даже процесс, гангренозный процесс. Это зафиксированные такие данные. И вот это свойство веселки, которое мы тоже готовы уже предоставить нашему населению для того, чтобы уже использовать как спасительный элемент. Гриб реши.
Это гриб, снова же таки, нет у меня сейчас даже продемонстрировать его, потому что мы сейчас все наши грибы перевели в структуры биомассы, то есть это в закрытом сосуде, вертится этот вот мицелий, высушивается, получается порошок. Так вот, гриб реши – это самый замечательный чай для того, чтобы остановить астматический процесс. Есть уже тоже случаи, когда при помощи реши в течение полугода мы избавляли людей от астмы. Это очень серьезно. И сейчас то, что мы теоретически разрабатывали, то, что мы практически использовали и смотрели, как действует как происходит лечение грибами на волонтерах, на людях, которые давали возможность нам смотреть, как будет развиваться процесс при помощи лечения грибами. И оказывается, что практически половину всех препаратов можно было бы заменить исключительно грибами. И грибы, конечно же, войдут с нами в 2016 год. И я думаю, что так как мы сейчас заканчиваем передачу, и я думаю, что каждый день вот до Нового года вы будете смотреть передачу и будете размышлять, как бы нам получить вот такой гриб и как бы его использовать в своем питании. А пройдет время, придет 2016 год, и когда уже на рынке появятся грибы и наши препараты, я думаю, тоже я с ними вас познакомлю. Ну что же, я думаю, что наши грибы, мои грибы, достойно себя показывают и дают возможность нам смотреть в будущее с оптимизмом. Потому что если у нас есть лекари, если мы знаем, что эти лекари зависимы, то есть мы будем тоже зависеть от того, будут они хороши или не будут. И я думаю, что Новый год придет вовремя, и новые надежды, новые свершения – будут. Потому с наступающим Новым годом я хочу, чтобы вы были здоровыми, счастливыми и самое главное, чтобы вы верили в национальную безопасность нашей страны. Будьте здоровы! С Новым годом! Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow.